Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Безупречная репутация и высокий уровень профессионализма. К служителям Фемиды предъявляются высокие требования. На пленарном заседании в областном суде рассмотрели 17 кандидатур, претендующих на вакантные места. Смогли ли они получить одобрение, узнаете в следующем сюжете. Повышение или перевод. В областном суде рассматривают кандидатуры 17 судей. Решение о смене должностей они приняли по разным причинам. Но в основном это карьерный рост и перспективы. Прежде чем перейти на новое рабочее место, служители Фемиды проходят несколько этапов. Первый – общественный совет. Он уже позади. Сегодня второй – решение членов пленарного заседания. Нам сегодня предстоит обсудить 10 кандидатур и дать объективную оценку их профессиональному уровню, морально-нравственным и деловым качествам, в том числе и рейтинговые показатели, и качество отправления правосудия, исполнительская дисциплина. 7 кандидатур уже рассмотрели. Сегодня решается карьерный вопрос остальных. Одна из них – судья Мамлютского района Айгуль Акпанова. За 30 лет работы в сфере правосудия заслужила безупречную репутацию. Отправление правосудия относится ответственно и профессионально. Поощрена благодарностью почетной грамоты председателя областного суда. Дисциплинарного взыскания не имеет. У Васим Жаналиной стаж в 2 раза меньше. Она работает в районе Макжана Жумабаева. Претендует на вакантную должность в областном административном суде. По отзывам коллег с повышением справится. А судья экономического Ермек Белялов хочет перевестись в Астану. Тем более опыт работы в столице у него есть. Характеризовать его как грамотного специалиста, решение не мотивированное. Как он сам пояснил, в 2017 году на один изменений не было, только положительно. А Даурен Кайратула претендует на должность председателя областного суда по делам несовершеннолетних. Он там и работает. Судебную клятву принес 5 лет назад. Последние 3 года изменениям или отмене не подверглось ни одно его решение. В период отсутствия председателя исполняю обязанности председателя этого суда. В принципе, работу знаю. Я с момента образования, это можно сказать, суда работаю. Через полгода, как он образовался в феврале, я пришел указом в августе. Посчитал возможным принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности председателя данного суда. Всего в региональном суде сейчас 12 вакантных мест. Положительное заключение пленарного заседания получили все 17 претендентов. Теперь их кандидатуры рассмотрят на Верховном судебном совете. Жансулу Тастемирова, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.